Здравствуйте. Сегодня у нас проигрыватель Technics SL-QL5 с тангенциальным тонармом. Дело в том, что я начал новый канал, где выкладываю оцифровки пластинок на 33-45 оборотов. Ну и думаю, с чего бы начать, с каким бы проигрывателем оцифровывать, а у меня их очень много. И вот вспомнил про эту замечательную модель. Ну а раз уж я ее достал с полки, то решил и вам ее и показать. Так, значит, я думаю, что фирму Technics знают все любители проигрывателей. Она до сих пор еще производит проигрыватели пластинок, достаточно популярные. И, в принципе, Technics был одним из лидеров рынка на протяжении многих лет, в 70-е, 80-е годы. Значит, эта модель производилась с 83 по 85 год. Это классическая модель с тангенциальным тонармом, встроенным в крышку. Я, в принципе, очень люблю эти модели. Они компактные, отлично работают. У них вообще очень мало проблем. Единственное, что привод тангенциального тонарма, если вы покупаете на вторичном рынке эту вертушку, надо отрегулировать, почистить, и важно заменить пасик. Там под крышкой есть. На Vinyl Engine есть сервисная инструкция подробная, где все написано. Характеристики я, как всегда, вынес в описании. В описании вы можете их почитать. В целом модель просто очень хорошая. Но она ко мне попала во вполне приличном внешнем состоянии, оборудованная родным звукоснимателем Technics P30 со сферической иглой. Также они поставлялись с эллиптическими иглами. Но у меня в запасе есть и те, и другие иглы. Значит, я чуть позже расскажу о том, как надо не попасть, покупая иглы на вторичном рынке. Что еще есть в ней такого? Значит, оборудована она очень хорошим двигателем с прямым приводом и кварцевой стабилизацией. Но я уже делал обзор на модель Grundig 6000-ник, который тоже, кстати, производился фирмой Technics, и там тоже стоял прямоходный двигатель, но там не было кварцевой стабилизации. А вот в этой модели уже стоит кварцевая стабилизация. Вообще в этой серии SL-QL их несколько моделей у меня есть, не помню, по-моему, первая, по-моему, 15-я есть, но об этом позже. Так вот, буквочка Q указывает на то, что в этой линейке применены двигатели с кварцевой стабилизацией. В принципе, очень хорошая машина. Значит, что тут еще можно сказать? Я вот тут в Hi-Fi Wiki немецком нашел, что цена у него была тогда нового 548 Deutsche Mark. Ну, грубо делим пополам, чтобы получить в евро. Так, получается сколько? Ну, 550 пополам, 275. Грубо 275 евро. Ну, не знаю. Значит, дорого, дешево. Ну, сейчас я уже давно не слежу за рынком вторичных вертушек. Не знаю, сколько они стоят, но я абсолютно уверен, что я ее купил в пределах 100 евро, ну, может быть, там 120 максимум. К тому же я покупаю, как правило, старался найти вещи, которые продавались как неисправные, а эти проигрыватели часто продаются как неисправные, потому что у них выходит из строя пасек тангенциального тонарма и, как говорится, ничего не играет. Но это очень простая работа, значит, почистить, смазать, заменить пасек, и вы получаете замечательную вещь. Поэтому, если у вас есть возможность купить такую модель, не сомневайтесь, это замечательная, прекрасная модель. Ну и к тому же, я уже раньше рассказывал, что на в автомаркете можно купить вот эти звукосниматели P-Mount, какие хочешь, вплоть до Eagle Shibata. Если вы уже особенно так считаете, что как-то это особенно должно звучать, то вплоть до Eagle Shibata.
Ну и сейчас мы как бы посмотрим более детально на этот проигрыватель. Но еще раз повторюсь, что модель очень удачная, на мой взгляд, очень удачная. И я могу порекомендовать даже для нынешней эксплуатации, если вам нужно послушать ваши старые пластинки, эту модель. Я думаю, вы не будете разочарованы. Важно, чтобы она была правильно обслужена, и тогда она прослужит вам долго верой и правдой. Вот здесь на диске, вот здесь находится датчик наличия пластинки. Соответственно, если пластинка не будет стоять, он не будет включаться, в принципе. Вот здесь вот встроен адаптер для 45. Вот он там, так сказать, вот так вот вынимается, выдвигается. То есть здесь адаптер на 45 не нужно дополнительного. Он прямо встроен. Если вам нужно поставить пластинку на 45, вы выдвигаете этот адаптер или прячете. Так, вот здесь есть датчик того, что крышка закрыта. Значит, если крышка не закрыта, то, соответственно, воспроизведение не начнется. А вот здесь находится датчик размера пластинки. Вот видите, вот здесь выдвигается вот такая вот штучка. То есть, если установлена пластинка на, скажем, такая большая, на 12 дюймов, то, видите, он датчик этот упрется в пластинку и идет дальше. А вот если, значит, пластинка маленькая, то он выдвинется. Таким образом, автоматически распознается размер пластинки. Значит, сейчас мы снимем диск. Вот, снимем диск. Вот, и посмотрим, как, что там у нас внутри есть. Так. Ну, вот, наконец, мне удалось снять диск. Вот, вы видите, посмотрим, как здесь сделан двигатель. Видите, здесь прямо видна плата. Там внизу магнитик, электромагниты с системой управления, там стоят датчики. А вот основной магнит встроен прямо в диск. Вот фирма Technics много таких моделей производила подобного сорта. Вот это одна из версий, где магнит постоянный, приделан прямо к диску. Ну, я не могу сказать, лучше это или хуже обычных систем, где двигатель в едином корпусе сделан, но... Наверное, в фирме Technics, да, было интересней. Теперь два слова про датчик размера пластинок. Значит, он, как мы говорили, позволяет проигрывать пластинки в автоматическом режиме только 12,7 дюймов, а 20-сантиметровые пластинки он не позволяет проигрывать. Но у меня вот есть такая вот фирменная штучка. Вот, значит, если ей вот ее вставить вот сюда, она, значит, блокирует этот датчик. Вот, и у нас с вами получается постоянно установленная пластинка как бы на 12 дюймов. Но в этом случае можно проигрывать и пластинку 20 сантиметров, но тогда ручной, только в ручном режиме, то есть автоматика не работает. То есть вы подводите стандарт начала пластинки и запускаете. Вот под этой вот крышечкой, собственно, и находится блок управления тонаром. Там стоит двигатель, направляющие, все провода, и вот там же находится пасик, который надо... как правило, в старых моделях менять. Иначе, значит, ничего из этого дела не получится. Потому что без нормального пасека система привода работать не будет. Здесь же стоят регулировки различные. Значит, ну, в частности, регулировка силы прижима. Ну, и еще прочие другие. Я сейчас не буду на них останавливаться. Поскольку в... сервисной инструкции есть все необходимые материалы. Вот здесь сзади я приподнял, показал вам этот блок разъемов. Он на задней панельке находится. Ну, так сказать, сетевой кабель, как обычно, два РЦА разъема, и отдельно находится выход с земли.
Вот. У меня, значит, есть вот такой совершенно фирменный кабель. То есть у него с одной стороны, значит, находится такая вот для подключения к корректору вилочка, а с другой вот такой вот штекер. Такой штекер. Сейчас я попробую показать, который вставляется вот в это вот отверстие. Вот. Ну, в принципе, можно любым проводком зачистить там, потолще сделать кончик или подобрать соответствующий разъем, если у вас нет такого в комплекте. Вот. Значит, здесь вот такая вот система. Так, значит, посмотрим на кнопки управления. Ну, кнопку питания я показывать не буду. Значит, остальные кнопки здесь вот находятся у нас. Две основные – это старт-стоп кнопки, и они же выполняют функции перемещения тонарма вперед и назад. Кнопка подъема-опускания тонарма и кнопка включения режима повтора. Вот здесь находится переключатель скорости размера. Значит, в автоматическом режиме выбирается скорость, проигрыватель сам выбирает скорость в зависимости от размера. То есть, если размер 12 дюймов, то, соответственно, скорость будет 33, а если 7 дюймов, то скорость 45. Но это можно принудительно изменить. Вот здесь есть переключатели, которые позволяют проигрывать, например, 12-дюймовые пластинки на скорости 45 и 7-дюймовые на скорости 33. Теперь давайте посмотрим, как он работает. Вот я включил питание. Мы поставим пластиночку обычную, значит, 33 оборота, 12 дюймов. И теперь, значит, как я уже говорил, тут кнопок очень мало. Значит, подъем, опускание тонарма, старт-стоп и движение вперед-назад. Значит, чтобы включить в автоматическом режиме, просто нажимаем кнопку «Старт». Вот начал вращаться двигатель. Видите, тонарм опустился на пластинку, началось воспроизведение. Значит, если мы нажмем и задержим кнопочку «Старт», у нас тонарм начнет двигаться. Причем так, вначале он двигается медленно, а потом двигается через некоторое время быстрее. Это позволяет быстро подходить к нужной композиции на пластинке. Ну, точно так же и в обратную сторону. Тоже сначала медленно, потом быстрее. Значит, кнопочка подъема опускания тонарма. Вот, если вам надо прервать, вот эта кнопочка. Повтор. Значит, повтор. Значит, если вот нажать кнопку «Старт» еще раз, то проигрывание начнется сначала. Вот, видите, он подошел к началу, сейчас открутился, опустился и так далее. Ну, вот сейчас мы посмотрим, как работает автостоп. Вот, мы для этого подгоним к самому концу в быстром режиме тонарм. Ну, тут не очень хорошо видно, но я попытаюсь как-то так, чтобы вы не совсем не ждали много. Ну, вот он, видите, удачно мы с вами попали. Раз, поднялся и поехал на место. Если не нажата кнопка «Repeat», то, значит, он вернется на место. Если кнопка «Repeat» нажата, значит, он будет бесконечно проигрывать пластинку. Я не буду «Repeat» показывать вам. Ну, и в заключение, значит, мы посмотрим, как у нас все это происходит кнопкой «Stop», ну, скажем, куда-нибудь сюда вот приведем тонарм, опустим. Он сейчас заиграл. Нажимаем кнопку «Стоп». Все, он поднялся, вернулся на место. Двигатель выключился. Все нормально. Хочу немножко рассказать про иголки. Ну вот этот техник оборудован, как я уже раньше говорил, звукоснимателем Technics P30, очень хороший звукосниматель, там технические данные можете посмотреть. Значит, это так называемый P-Mount или T4P звукосниматель, об этом я в других видео тоже раньше рассказывал. И что важно для этих звукоснимателей, они должны
иметь один и тот же вес все звукосниматели, оборудованные иглами, потому что скорость, не скорость, видите, прижим регулируется один раз и навсегда. Там я вам показывал, где он регулируется, этот прижим. Обычно это, значит, от 1,25 грамма, но можно там и до 1,5 грамма. Но, значит, я как-то покупал иголки на автомаркете. Значит, ну, у меня там есть разные иголки. Есть и со сферической иглой для этого звукоснимателя, есть для эллиптической иглой для этого звукоснимателя. Значит, вот родной был оборудован, родная была оборудована с иглой со сферической заточкой. Ну, и однажды мне на автомаркете попались очень дешевые иглы, и я сдуру их купил. Ну, и потом выяснилась одна очень неприятная вещь, что эти иглы имеют другой вес. Поэтому, когда вы ставите на ее в проигрыватель, у вас изменяется прижимная сила, что не есть хорошо. Вот сейчас я вам покажу. Вот родная иголка. Вот, сейчас мы ее поставим на весы и посмотрим, что у нас тут будет. Значит, 1,19 грамма весит эта иголка. Вот. А вот теперь мы возьмем вот эту иголку, которую я купил потом. Видите, она весит почти в два раза меньше. И это значит, что если мы поставим эту иглу, то у нас прижимная сила значительно уменьшится, и проигрыватель надо будет настраивать заново. Другой вариант — утяжелить чем-то эту иглу, ну, там, скажем, кусочек свинца там сверху поставить. Но это, мне кажется, уже самый крайний случай, потому что на автомаркете очень много очень вполне хороших, достойных иголок. Так что, если будете покупать иглы, будете очень внимательны. Ну и в заключение мы вот послушаем такую пластиночку, одну композицию с этой грампластиночки. Это замечательный танцевальный оркестр Юга Штрассера исполняет лучшие танцевальные мелодии 68-69 года. Ну, по названию пластинки понятно, что она была выпущена в 1969 году. Значит, в соответствии с законодательством Российской Федерации все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии на территории Российской Федерации и не нарушают ничьих авторских прав. Спасибо. Ну, я, наверное, пожелаю вам хорошего Нового года, встретить его, потому что я не знаю, увидимся мы с вами до Нового года или нет, поэтому на всякий случай хорошего Нового года, весело отпраздновать и хорошо отдохнуть. Спасибо, до свидания.